В этом году вот красная смородина, половина прям засохла. Не знаю, то ли вот все-таки от жары сейчас дожди пошли. Надо вот обработать листики. Ягодка вроде хорошая. Тут вот веточки прям вот такие вкусненькие. А там прям вся засохла. И вот сейчас срежу. Надо, чтобы молодые побеги пошли. Жалко, конечно. Вот тут уже ирга начинает. Ой, здоровая такая, обрезать ее надо. Яблонька тут тетя Зоина. Тут вот турецкая. Это мыло, татарское мыло. Надо тоже мне пересадить. Лилии бабы Машины. Вот мы в этом году, не знаю, тут одна что ли только сохранилась. Жаль, вон три кусочка. Вот. Эти вон стрелялки. О, малинку. Сейчас еще посмотрю. Дельфиниум, красавчик. Там вон два завалилось еще кусочка. Вот она, лилия моя будет ароматная. Хризантемки, флоксики. Вот все. Хочу сегодня обработать там немножко. Такая красота. Тепло, хорошо. Солнышко. Сегодня 16 июля. День рождения Лепса. Кто не знает, тут пиломатериал стоит. Ну, тучи ходят. Надо успеть хоть ягодку собрать.